Хорошо, с соседней Листвой мы ничего не можем сделать, но я хотел бы к финалу вернуться с того, с чего мы начали. Можем ли мы что-то сделать с теми негативными тенденциями, которые вы описали, что все плохо, все разрушается, нет, это доворовывается. Ну как плохо? Так, уже отрадно. Что хорошо тогда? Что у нас во-первых, хорошо и отрадно? Хорошо, что мы все умрем. Жесткая вертикаль власти, не гибкая. Значит, что очень короткая кадровая линейка, и не очень понятно, как меняется все. Ну, у нас по-имперски назначили, будешь. Власть можно или захватить, как много раз было. Ну, собственно говоря, Хрущев был первый, кого свергли, но не убили. Горбачев первый, кого свергли, но не посадили. А Путин первый, который вообще сам ушел, отдав власть Медведеву. А потом вернулся, ну, так возвращался и Бен-Гурион, и Черчилль. И Деголь, это как раз стандартный механизм, здесь-то плакаться нечего, поэтому с точки зрения там кровавости режима, ну, он в личном качестве так вообще ангел, более чем умеренный, это говорю совершенно серьезно. Но закономерности-то исторически такие, что наверх в этой проруби всплывает только вполне понятная субстанция, там поверху плавает, и когда если у вас кадровая линейка маленькая, то может быть так, что никого сверху, кроме людей, которые все гребут под себя, уже и не останется. И если у полковников находят в общаках миллиарды, то, в общем, у генералов больше. А у тех, кто над генералами, так совсем дофига. А страна же не резиновая. Всех много, а всего мало, и всего на всех не хватает. В этом плане, да, развалиться может. Но параллельно, как было во все времена. Как было при гуннах и при развале Римской империи или Китайской империи. Есть люди, которые все сжирают и уничтожают на своем пути, они как крысы. А есть бобры, они так строят хатки. Разные. В науке, в бизнесе и вообще в стране. Типаж такой. Крыса не развивает сыроваренную промышленность. Она жрет сыр. Совершенно не ее задача смотреть на удой коровы или на тем вообще... Правильная отчетность по сырам, или это все подделка и сыр из пальмового масла. Бобр, он так устроен. Воровать ему неинтересно, скучно. Он, ну, вот мне неинтересно воровать. Ну, что я могу с собой? Ну, сам дурак, знаю. Ну, такое. И в этом плане, ну, забивая жизнь работой, там, преподаванием, книгами, вот с вами говорю, значит, средствами массовой информации, металлургической корпорации, просто какими-то... Ну, что ж, мы будем надеяться на... победу бобров. В таком случае и на поражение крыс. Надежды вечные, да, сбылись бы.